С 11 февраля ювенальные полицейские работают в рамках республиканской акции «Подросток. Закон. Безопасность». Основная цель – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. В фокусе внимания стражи порядка – неблагополучные семьи. С начала года их список пополнили 26. Всего в области таких 218. Подробности в сюжете пресс-службы областного департамента полиции. Стражи правопорядка усилили проверки проблемных адресов. В их списке многодетные семьи, а также родители детей, состоящих на учете в полиции. На учете состоит у нас, как ходим по месту жизни, проверяем условия, жилищно-бытовые условия, свежей пожарной безопасности вашей, домовую печь, чтобы она была в исправном состоянии, дрова, уголь, чтобы были все дома. Уголь есть? Ну, есть, конечно. Задача полицейских – своевременно пресечь преступления и правонарушения со стороны подростков. Только с начала года на учет поставили 14 несовершеннолетних. Республиканская акция будет проводиться в течение недели. С 11 по 15 февраля мы проводим рейдовые мероприятия по городу Петропавловска по выявлению неблагополучных семей. Также проверка семей, которые состоят на учете, как неблагополучные. Разъясняем законодательство, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный, административный кодекс. Также разъясняем правила безопасности и пожаре. Немало правонарушений, которые совершают подростки, отвечают за них взрослые. К примеру, в этом году за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне дома и в развлекательных заведениях к административной ответственности привлечены 187 родителей. Еще 79 за ненадлежащее воспитание своих детей. За реализацию табачных изделий несовершеннолетним наказаны 7 владельцев магазинов. За продажу алкоголя – 15. Шансулу Тастемирова при содействии пресс-службы областного департамента полиции.